Это бары и рестораны. Это, разумеется, реки и каналы с развитой системой пикировки. И, наверное, это очень недорогие отели по соотношению цена-качество. Интересно. Вообще у нас, по-моему, дефицит недорогих отелей, если мы не говорим если про сравнивать, если сравнивать аналогичные отели в Москве, в Европе или в других странах, то петербургские отели стоят очень дешево. Отлично, отлично. Спасибо. Марина? Для меня Петербург – это в первую очередь дом, это семья, это родной город. Также это, безусловно, гастрономическая столица нашей Родины. И это архитектура. Каждый раз, даже в самых знакомых местах, все равно, проходя по новой, находишь какие-то новые элементы для себя. И это действительно удивительное место. Во всей России, я думаю, что я не видела ничего подобного. Спасибо, спасибо. Алексей? Для меня, наверное, это город контрастов, начиная от того, что смотреть на помпезность и заканчивая нашими коммуналками, которые у нас так или иначе есть. Это исторический, самый, наверное, вся история России, ну, начиная, да, с 1700 года, 1703-го, она так и идет сквозь века, и Петербург как раз был эпицентром всех исторических событий. Ну, наверное, самый сильный город, потому что сколько пережили наши жители, это вряд ли кто-то смог себе такое позволить. Спасибо, спасибо. Так, Александра Зацепина. Петербург – это вода. Она в городе, и она вокруг. Это не только реки, канал, еще залив. Это пригороды, куда можно рвануть летом. Это сезонность на самом деле, потому что очень отличается жизнь в Петербурге, ритм летом и зимой, например, совсем другие занятия. Летом больше прогулок, зимой перебираешься от одного заведения к другому. Это разделение районов по духу, у каждого есть свой какой-то образ. И это очень красивые люди. Можно идти и любоваться не только архитектурой. Люди красивые. У меня насколько же у каждого свой Петербург? Спасибо вам, Саша. Я специально, Юрий, сделал так, чтобы вы последним ответили на этот вопрос. Смотрите, до каких времен мы дожили. Ни один раз не прозвучал Эрмитаж. Да. Начинайте. Да, спасибо за подсказку. Я с этого и начинаю. Конечно же, это Эрмитаж, главное место на Земле для меня, включая Дворцовую площадь, включая главный штаб. Конечно же, это блошиный рынок на Удельной. Это место, которое надо посетить обязательно после Эрмитажа. Вот. Конечно же, для меня это Васильевский остров, прямо от Стрелки до Севкабель-порта. Это просто тут бесконечное количество открытий творится. И, конечно же, тут уже упоминали вообще все наши водные пространства, да, они завораживают своей красотой. И, конечно же, вот это драгоценное ожерелье, которое нас окружает в виде наших императорских резиденций: Павловск, Петергоф, Оренбаум, Царское село, Гатчина и, конечно же, Кронштадт. Ну и плюс мы, естественно, вот в моем ощущении, мы действительно столица номер один и по музыке, и по театрам, и, конечно же, по алкоголизму, и включая, есть чем закусить. Так что мы в этом плане впереди планеты всей. Отличный набор. Я намеренно сейчас не спрашивал вас про такой новый Петербург. Сегодня мы давайте к этому подойдем чуть позже. Но у нас есть некоторая заготовка. Мы с похожими вопросами решили обратиться к самому сегодня важному эксперту. Зовут этого эксперта Алиса. И уже новое поколение привыкло именно туда отправлять свои запросы. Вот и мы терзали Алису плавными такими нашими интересами к сегодняшнему разговору. Я сейчас всем предлагаю послушать. Наши зрители увидят и видео, а мы с вами услышим ответы на вопросы. Это важно. Алиса, как ты относишься к Петербургу? Я обожаю этот город. Алиса, что есть уникального в Петербурге?
Один из пригородов Санкт-Петербурга, бывший в свое время главной его защитой с морской стороны. Алиса, чем Петербург отличается от других городов? Слушайте, Санкт-Петербург – это не только город, это попытка создания идеального города – рая. Алиса, какие есть центры притяжения в Петербурге? Вот что нашла в сети. Сейчас в Петербурге существуют три потенциальные точки притяжения. Это Лахта, где началось строительство Лахта-центра, морской фасад Васильевского острова, где предполагается активная жилая и офисная застройка, и Пулковский деловой район, формирующийся вокруг аэропорта. Алиса, что интересует людей в Петербурге? Сюда едут за историей и архитектурой 18-20 века, ради прогулок по речным каналам и разводных мостов. Алиса, какие перспективы у Петербурга? Тут в двух словах не рассказать. Мне очень понравилось. Я не знаю, эта девушка, случалось ей выходить на улицы Петербурга, то есть точки притяжения Пулковский район. Я вот представляю, отправиться погулять вокруг аэропорта. Вот как это? В то же самое время, я не буду спорить, ну, Лахта и морской фасад – это интересно, это пространство воды, они новые, новые набережные, новая архитектура – это все да. Особенно повеселило меня, конечно, и то, что она Петербург назвала раем. Вот сейчас выходишь на улицу, главное не на коньках, снег у тебя со всех сторон, вот, и вот он рай, конечно. Ну ладно, интересно. Как, и кроме того, зачем едут? Архитектура 18 и 20 века. Вопрос, а где же все то, что появилось в веке 21-м? Идет 23-й год, на минуточку. Вот, то есть это как-то здесь выпадает. Коллеги, мой следующий вопрос. А когда люди съездили в Петербург 1-2 раза, и они заглянули в Эрмитаж, безусловно, они отправились по каналам. Дальше, что новое сегодня они ищут в городе и где они реальные точки притяжения? Кто здесь готов? Илья, давайте вас попрошу. Давайте. Мне кажется, что люди, которые возвращаются в Петербург, они все равно возвращаются зачастую в любимые места, ну, потому что у людей всегда есть что-то такое. Вот они сходили куда-то, и им это нравится. Во-вторых, люди также в Петербург сейчас возвращаются в рестораны, особенно если говорить про московских гостей. Бывает такое, что человек может приехать на ужин, потому что ему захотелось вкусно покушать в Петербурге. Вот. Что касаемо того, что ответила Алиса, конечно, это смешно. Точки притяжения, та же самая Лахта, мне кажется, это какой-то, знаете, отделенный пуп, куда очень сложно даже добраться. То есть это никак не связано с городом, это даже больше какой-то вынос за город. Также... Ну, слушайте, здесь вы не правы, там рядом станция метро, пожалуйста, и парк 300-летия, который теперь рядом с Лахтой является таким единым пространством. По сравнению с каким-нибудь Мурино, Кудрово и прочими... Ну, Мурино и Кудрово, естественно, это даже нельзя назвать точкой притяжения, кроме того, чтобы притяжение поспать, поехать. Поэтому как бы нет смысла это обсуждать. Но все равно тот же самый парк 300-летия – это огромное пустое пространство, по которому ты должен дойти много километров, чтобы дойти до той же самой Лахты. Поэтому все равно, мне кажется, люди, возвращающиеся в Петербург, им интересен изначально это исторический центр. И мне нравится, что та же самая, например, Кожевенная улица, она хорошо начинает развиваться и появляется новое пространство там. То, что вокруг Новой Голландии Коломна начинает застраиваться. Вот, например, та же самая Коломна, там метро, которое не могут открыть уже миллион лет, но при этом туда очень много туристов едет. И это направление, мне кажется, супер перспективное, и там классно было бы все развивать. Спасибо, спасибо. Давайте продолжим вот эти новые адреса, новые точки притяжения. Александр Сысоев. Точки притяжения новые. Мне кажется, что большинство туристов так или иначе посещают центр города, где сосредоточены как раз-таки отели, музеи и не упомянутый нами всеми Эрмитаж. И очень редко доезжали до неочевидных районов, которые находятся в центре. Например, раньше в Петроградском районе действительно было очень мало туристов. Он был с таким, как в Москве, Хамовники, премиальный спальный район.
Там была своя аудитория, которая прекрасно жила, но там было очень мало туристов. Сейчас все больше и больше гостей города приезжают на Петроградскую по разным причинам. Кто-то там живет в отеле, кто-то приезжает уже в рестораны, которые там открываются и прочее. Мы не говорим про Петропавловск, мы говорим про район. То же самое Васильевский остров, который был задействован только по периметру, сейчас все чаще и чаще люди уходят вглубь, благодаря тому же самому Севкабелю и прочее. Мне кажется, еще есть... Да, я должен сказать, Севкабель какое-то место невероятного паломничества. Еще, кстати, потому что оттуда открывается этот вид на Новый Петербург, вот этот мост ЦСД там и так вот это. Она тоже уже стала, если посмотреть на количество таких снимков, не знаю, там, в Инстаграме и где-то там еще, то они зашкаливают. Абсолютно верно. И третье, то, что я вижу, что появляются новые группы исследователей. Там, допустим, я очень большой фанат консультивизма. Я летаю, допустим, в Екатеринбург, чтобы насладиться этой брутальной баухаусной архитектурой. И я знаю, что есть такие же фанаты, как и я, которые приезжают на Нарвскую и вниз, и в другие районы, которые раньше нельзя было представить в отчете гостей Петербурга, потому что они посещали довольно-таки отдаленные станции метро либо районы. Поэтому мне кажется, что Петербург, те, кто в него есть, участвовал, уже довольно-таки хорошо изучили центр и начали идти вглубь. Пусть для нас, петербуржцев, это все еще центр, Васильевский, Петроградский, Крестовский, но для туриста это уже далековато. Поэтому мне нравится, что территория интереса расширяется. Спасибо. Я могу здесь только вспомнить Заху Хадид, которая, когда приехала в Петербург, и ей сказали, ну, сейчас мы повезем вас в Эрмитаж и так далее, и так далее. Эрмитаж обожаю совершенно, я эрмитажный ребенок. Я там занимался 6 лет, когда был в школе. Но Заха сказал, ну, как же, здесь же Яков Черников, башня Красного Гвоздильщика, везите меня туда, понимаете? И вот это тоже важно, что в последнее время мы открываем другую архитектуру. Мы начинаем ценить и конструктивизм, и видим поэзию советской неоклассики, и современную архитектуру Петербурга тоже. Юрий, а вот специально вас хочу спросить. Если к вам обращаются ваши друзья, коллеги, не знаю, из Москвы или из каких-то более дальних мест и говорят, Юрий, а можете показать какой-то другой Петербург? Куда повезете? Ну, конечно, слушайте, центров притяжения сейчас новых абсолютно гигантское количество, и можно, они разного масштаба. Можно вспомнить музей полторы комнаты Бродского, куда бесконечное паломничество идет, и там огромное количество событий происходит. Там Никольские ряды тоже действуют в этом плане. Я недавно там был потрясен, как они пытаются свою вот эту энергию направить для гостей. Вот. Новый музей на Васильевском острове. Там, кроме упомянутого Севкабеля, у нас еще Брусницын лофт появился. Тоже огромное пространство с этой, как это, площадкой на крыше для концертов, куда там выступают прекрасные музыканты. И вообще музыкальная культура современная, она тоже гигантская, да, столько клубов, и это постоянно все наполнено искусством. Огромное количество маленьких театров. Мы там, естественно, восхищаемся МДТ и БДТ, но еще есть там небольшой драматический театр, есть еще там это неизвестный, по-моему, театр. Театров там огромное количество, и главное, что там действительно достойные вещи показывают, и это тоже удивительно. У нас есть еще и Кирхи, которые с Аней Кирхи, потом Яни Кирхи, где тоже идет огромная концертная жизнь. То есть мы, в принципе, вот этот посыл, что человек-турист приезжает сюда поесть, он, конечно, мне кажется, что немаловажен, но это все пункт номер два. Как бы. Вначале в Петербург приезжают восхититься, а потом это восхищение закрепить с помощью алкоголя и прекрасных закусок. Вот, мне кажется, все-таки схема должна быть такая и никак иначе. Но география это, Юрий, расширяется. То есть да, сегодня ну, действительно да, люди отправляются в такие новые общественные пространства. Кронштадт, который еще недавно был, так скажем, восхищался своим унынием, упадком, да, и все такое да. прочее, теперь это становится пространством, где, конечно же, надо посетить Никольский собор, прежде всего морской,
Вот. А потом еще огромное количество каких-то прекрасных мест, которые там возникают, что называется, как грибы растут, включая наши форты. То есть это все вот, и я, мне кажется, что это еще такую важную вещь надо подчеркнуть, что, конечно же, не знаю, как там процедура, но я думаю, что любой человек, который первый раз попадает в Петербург, он точно влюбляется в наш город, а потом эта любовь приводит к тому, что он вынужден его все время приезжать и рассматривать уже в мельчайших подробностях. А вот как раз с точки зрения подробностей мы тут все большие специалисты и можем этот город показывать во всех подробностях бесконечно, потому что он также бесконечен и для нас. Спасибо. Замечательные рецепты прозвучали. Я хочу, чтобы мы чуть позже поговорили о том, а чего городу не хватает. Вот давайте об этом тоже задумаемся, но пока продолжаем цепочку новых точек притяжения. Алексей Ершикин. Слушайте, ну, на самом деле, да, действительно, вот как раз был хороший момент вначале сказан, что там ты приезжаешь в Петербург как турист, сходил в Эрмитаж, сходил в Русский музей, сходил в Кунсткамеру. Такое ощущение, что этот список... начиная там, как 100 лет назад его придумали, в принципе, он такой и есть. И для, там, если ты приезжаешь второй, третий раз, уже возникают вопросы. И, на мой взгляд, это большая проблема, потому что места действительно появляются, как мои коллеги сказали, выше, и Севкабель, там, и Никольные ряды, и многие другие, но такое ощущение, что про них-то как-то мало наш комитет там, по туризму, да, что ли, рассказывает аудитории. Хотя места появляются такие, как, например, там вот особняк Лопухина, отличный, интересный, старинный особняк, который прям своим флером такой, как заброшенности, что ли, но при этом это такое арт-пространство, выставки, очень красивое, интересное место. Ну и сами парадные Петербурга представляют все, мне кажется, нигде таких в целом парадных, как у нас, их нету. И можно смотреть на там идеально восстановленный, прекрасный, который... Черт попадешь, будем честны, туда либо жители тебя оттуда вытолкают и вызовут полицию, я знаю, по-моему, только одну парадную, забыл название, куда консьерж пускает за там какую-то денежку, и можно действительно посмотреть красоту. А некоторые парадные представят из себя, ты видишь, как оно должно было быть, архитектура, колонны, памятники, но все это настолько в таком плохом состоянии, что прям немножко плакать хочется. Вот, то есть мне кажется, что нужно больше делать акценты и внимание на такие уже камерные, что ли, достопримечательности, которых не туристический Петербург, что ли, как-то вот в таком ключе. И хорошо, что это сейчас развивается потихоньку, но, на мой взгляд, это могло идти гораздо активнее. Вот Красный треугольник, все мы знаем вот об этом печальнейшем месте. Только недавно, насколько я понял, его признали памятником архитектуры или что-то в этом роде. Но будем честны, сейчас он уже находится в таком плачевном состоянии, что я даже не знаю, что с ним можно сделать, если вот только построить там новые дома какие-нибудь, к сожалению. Вот. А место, пространство, как вот и наряду с Севкабелем, мне кажется, было бы гораздо еще огромнее и больше. Это было бы прям, на мой взгляд, центром притяжения молодежи. То есть вопрос еще в том, что молодежи делают в Петербурге. Эрмитаж – фантастика, никто не спорит. Но должны развиваться и места какие-то для моего поколения, условно. Нет, ладно, я уже старенький, но не суть. Для молодежи, которая не только хочет Эрмитаж, а хочет увидеть что-то андеграундное, что-то интересное, чтобы была какая-то не только консервативная, да, столица, а и было какое-то развитие. Как-то так. Хорошо, но отталкиваясь от того, что вы сказали, сейчас я, может быть, прошу Дмитрия Черепанова подхватить. Нужны новые общественные пространства, и свой визит люди, скажем, если это второй, третий визит, а сегодня так многие поступают, они хотят пойти дальше, чем Золотой треугольник. И, наверное, городу нужны эти новые общественные пространства. Не знаю, но такое общественное пространство появится скоро на Охте, где Охтинский мыс даст возможность делать самые разные вещи. Уверен, что это будет привлекательно и для молодежи. Вот это рецепт, Дмитрий, как вам кажется? Ну, вы знаете, я не уверен, что это рецепт. Хотя это нужно делать, несомненно. Нужно все это поддерживать обязательно. То есть, смотрите, вот Севкабель – это же тоже общественное пространство. Это место, где есть очень разные... истории. Там выставки, там что-то гастрономическое, там развлекательное и так далее, и так далее. Несомненно. У нас есть и места гораздо старше. Та же Пушкинская, арт-центр Пушкинская 10, рядом с которой находится тот же магазин Castle Rock. Я на свой опыт опираюсь как гид. Я как раз вожу по непарадным. В основном, даже одна из экскурсий «Настоящий Невский», она все равно, я увожу людей в проходные дворы,
довольно мрачные проходные дворы зачастую. Это, кстати, тоже прекрасная особенность Петербурга. Вот эти условные трущобы, старые непарадные районы, можно посмотреть совершенно безопасно. Они находятся в центре города. Не надо ехать куда-то на окраины, как в каком-нибудь Мадриде, где могут быть какие-нибудь криминальные истории. Но здесь все это прекрасно можно показывать. И касаемо, я согласен с Алексеем, по поводу андеграунда, это тоже очень интересная история. Но это делают люди, ну, как я, как Юрий Молотковец, который водит там удельно. Хотелось бы, чтобы это, конечно, расширялось, поддерживалось больше со стороны какого-то нашего, давайте назовем условного правительства города. Неистово пространство нужно, их не хватает. Их можно сделать гораздо больше. Ну, хорошо, вы можете назвать, вот смотрите, сейчас идет проектирование. Я опять все-таки вспомню Охту, там очень интересный проект. Я провел свое детство на Охте, да. Вот, но скажите мне, для нового общественного пространства, которое там будет, кстати, с не вызывающей современной архитектурой, что там должно быть, чтобы это была прям точка притяжения? Ну, Сеткабельпорт уже показал, что там должно быть, по сути дела. То есть надо... Но смотрите, там эти составляющие... Велосипеда тут не изобретешь, мне кажется. Роскошный вид с воды, великолепный город, который будет открываться, и Смольный собор, и Нева, и так далее. Пространство, которое будет работать в разное время года, потому что там будет закрытое, часть будет открытое. И, кстати, на Охте, я думаю, что она будет чрезвычайно востребована, потому что... Там очень мало таких точек, куда сейчас можно было бы пойти. Да. Хорошо, Марина, продолжите этот ряд, пожалуйста. Я тут уже думаю, что хочу на экскурсию к Дмитрию пойти. Я бы продолжила по общественным пространствам, потому что еще не назвали этажи. Угу. И Бергольд-центр. Они более такие камерные и скорее больше для самих петербуржцев. Ну, туристы как-то меньше о них знают. То есть туристы действительно едут в основном на Новую Голландию, в Сивкабель, поскольку это более раскрученные места. Еще у нас открылся вот недавно вокзал 1853. Это в основном гастрономическое пространство, хотя там уже внедряют помимо гастрономии еще какие-то развлечения по выходным, концерты, и это тоже как центр притяжения. Они, кстати, позиционируют себя еще и как историческое место, и вот это все-таки старый вокзал, особая аура. Там не так далеко, например, музей железных дорог, чудесный, я там был недавно, и меня он поразил абсолютно, но это Балтийский вокзал уже. Все, знаете, в Петербурге в общественном пространстве какая-то должна быть история еще, это такой it's a must. Абсолютно, да. И вот как раз у вокзала 1853 прекрасная, интереснейшая история. И у них даже на сайте она написана, так что, если интересно, почитайте. Еще, что не назвали, так это экскурсии по крышам Петербурга. Это супер популярно в последнее время, хоть и немножко нелегально. Но за этим приезжают и туристы, и местные однозначно ходят на эти экскурсии просто постоянно. Ну, это летний вид развлечений, но тем не менее, это тоже такой момент, который сильно отличает Петербург от других городов. Ну, да, в Москве скакать с небоскреба на небоскреб как-то не получится, прямо скажем. Спасибо. Александра, я, кстати, могу раскрыть некоторую тайну про Александру Зацепину. Сегодня, именно в этот день, у вас ведь день рождения, Саша? Да, у меня день рождения. Я решила его активно и интересно провести. Мы все вас поздравляем, Саша. Спасибо. Это прекрасно. Всякого вам счастья. Оптом и в розницу, в общем, будем присылать. Спасибо. Саша, чем дополните? Вот куда вы хотите вести гостей и как сделать так, чтобы мы шагали за пределы центра? Я на самом деле вожу по современной архитектуре Петербурга, и это не всегда центр, как мы его понимаем. Мы смотрим Невскую ратушу, мы смотрим Санкт-Петербург-Плазу на Молотинском проспекте, и это интересно людям. То есть, ну, смотрите, кстати, набережная в Лахте уже построена, действует, там люди гуляют во всем.
Да, мы ждем, на самом деле, очень открытие Лахта-центра, как и все, чтобы кульминацией экскурсии, конечно, был бы подъем на смотровую площадку. Этого все ждут, и это точно станет must-see, наверное, mm-hmm. для всех приезжающих. Это будет точкой притяжения сейчас. Я еще не названных хотела бы назвать, наверное, Манеж. Там проходят интересные выставки, люди едут на культуру посмотреть, и Эрмитаж идет в ногу со временем. То есть мы здесь, я слышала, упоминали как нечто традиционное, но это очень современные проекты. Мне нравится. Манеж, ну, театры, безусловно. И еще иногда бывает, что люди едут именно на какие-то маршруты, то есть они заранее хотят сходить на экскурсии, и часто их привлекают неформальные какие-то траектории. Угу. Вот не по центру города, а, например, да, Петроградская сторона, та же самая, экскурсии, посвященные авангарду, Коломна и загородные направления пригорода. То есть вот есть еще такие протяженные, как бы не точки, а линии притяжения для угу. гостей. Вот это я хотела бы добавить. Саша, а так если... очень много перечислено, все согласна. А если вернуться к общественным пространствам, что там должно быть, чтобы вы сказали, да, мы туда идем? А есть довольно такая формальная история, перечень, в принципе, пунктов, которым оно должно соответствовать. Это удобство размещения. Это, где можно посидеть, удобство обслуживания, где можно, например, сходить в туалет, это еда и это культура. Вот если собрать все пункты, тогда получится хорошее общественное пространство. Иногда что-то из этого выпадает, но, например, культурной составляющей нет, тогда людям меньше нравится. А если комбо, тогда mm-hmm. очень нравится, и люди возвращаются туда. Вот Голландия, Севкабель, почти всегда, ну, в зависимости от мероприятия, они все эти пункты сочетают в себе. Спасибо, спасибо. Двигаясь вперед, давайте уже честно назовем, а чего нам не хватает. И если до сих пор мы иногда слышим, что Петербург – это город-музей, хотя уже целый ряд новых адресов мы назвали, и мы понимаем, что мы выходим за пределы центра, то как нам органично сочетать нашу классическую архитектуру и новую, и где мы видим очевидный дефицит? Вот сказали бы, а вот этого Питеру, не достает. Александр, давайте, наверное, начну я. Да, да. Давайте. Самое главное трудность Петербурга в отсутствии гидов не людей, а неких информационных ресурсов, которые могут давать полную информацию туристам. Понятно, что сейчас можно привести как пример визит Петербург, сайт и прочее, но у нас действительно была провалена повестка, связанная с гастрономией. Никто не знал, куда идти. Если вы почитаете, у меня просто есть любимая забава, когда, например, какой-то известный московский шеф-повар спрашивает в Инстаграме у своих читателей, куда пойти в Петербурге. Такие места, которые рекомендуют, они вовсе не олицетворяют Петербург. Мы сейчас в октябре запустили гид greatlist.ru, где мы отобрали действительно рестораны, кафе, бары, которые соответствуют полностью ожиданиям туристов, которых интересует гастрономия, где сервис, дизайн и еда на высоком уровне. Второе, у нас абсолютно не развиты информационные ресурсы, я же как чиновник говорю, сайты, гиды, где можно найти удобно все направления, маршруты по архитектуре. Интересует авангард, нажимаете на кнопку, у вас 35 зданий либо микрорайонов. Интересует Петербург Бродского, у вас вот такой маршрут. Чтобы это было удобно, доступно, можно в виде приложения, можно в виде сайта, но какого-то решения удобного. Третье, банально, консьержи в отеле. Когда ты спрашиваешь у консьержа, куда пойти, если это не золотые ключи, а их не так много в Петербурге, 4-5 отелей, вам могут дать настолько странные и неправильные маршруты, которые, понятно, что не убьют,
любовь к городу, но занизят очень сильно реальность, у вас ожидание одно, реальность другое. Поэтому в первую очередь нужно прорабатывать ту информационную платформу, базу у консьержей, у точек входа для туриста, это могут быть вокзалы, это могут быть те же самые Сапсаны, Аэрофлота, Россия, чтобы люди четко понимали, что они хотят увидеть, и получали готовое решение. При этом у нас очень любят сваливать все в одну кучу. Есть разные типы туристов. Есть турист премиальный, есть турист массовый. Это ни в коем случае там, не какое-то разделение по доходам, просто у каждого свои задачи от посещения города. Соответственно, нужно разветвлять рекомендации, исходя из интересов, исходя из трат, потому что кто-то готов потратить много, и у него один маршрут, кто-то меньше, любой маршрут. И самое главное, то, чего нету вообще практически мало где, это решение для групп. То есть, например, я архитектор или я маркетолог. Я хочу понять, где в Петербурге собираются те же самые маркетологи. То есть некие виды маршруты по профессии. Это тоже очень важный пласт. Опять же, просто познакомиться с кем-то и поболтать. Наверное, чтобы закончить и передать слово, я заканчиваю. Спасибо. Слушайте, это про сервис точно и такой профессиональный взгляд со стороны. Но если мы говорим о том, чего не хватает городу вот самому, что стоило бы, не знаю, построить, продумать и так далее. Илья, ваш взгляд. Я немного соглашусь по поводу информационной необходимости, потому что, во-первых, сейчас турист стал больше индивидуальный, то есть не групповой. И когда ты групповой турист, тебе все проще. Ты приехал, у тебя группа, да, тебя ведут и все показывают. С индивидуальными туристами все сложнее, и поэтому информационно очень важно прям подходить четко. Вот. Что касаемо того, что не хватает Петербургу, то я считаю, например, сейчас у нас идет, да, тренд, что мы освобождаем центр от автомобилей. Классно, супер, но у нас супер неразвитая инфраструктура для велосипедистов. То есть если мы посмотрим, например, на Москву, все классно. Человек может начинать передвигаться на велосипеде, может передвигаться пешком. Куча станций метро, которые открываются там каждый день. У нас с этим все сложнее. Мы освобождаем город от автомобилей. Классно. Значит, надо развивать город для пешеходов, делать больше пешеходной зоны. Тот же самый Невский проспект. Если мы посмотрим летом, огромные 8 полос дороги и при этом супер узкий тротуар, где идут просто толпы туристов. Соответственно, это надо развивать, чтобы людям было комфортно просто гулять по городу. Исторический центр города, он создан для того, чтобы по нему много ходить, гулять, ездить на велосипеде. И мне кажется, вот этого очень сильно не хватает городу. Спасибо. Но, честно скажу, Илья, пока мы не строим метро, и у нас нет нормального общественного транспорта, борьба с автомобилями меня очень смущает. Альтернатив нет. Ну вот я поэтому и сказал, как бы мы боремся с автомобилями, у нас везде платные парковки, но да, при этом как бы мы не развиваем инфраструктуру. Вот это другой вопрос. Хорошо. И я дополню также, что касаемо... Я больше человек природы, и мне нравится природа, которая возле Петербурга, и также не хватает транспортной инфраструктуры доехать до этой природы, хотя она супер близко. То есть за 20-30 минут ты можешь оказаться на Финском заливе, в Сосновом лесу или на болоте, по болоту гулять, но при этом туда добраться – это большая проблема. Спасибо, спасибо. Юрий, вас позвали неожиданным образом в Смольный. И спрашивают, Юрий, все-таки, чего не хватает нам? Ну, глобально подтверждаю, что нужна такая информационная структура, да, или много структур, которая бы обеспечивала информацию людей, которые приезжают нам в город, и самих горожан. Причем, действительно, как правильно говорил Александр, дифференцированная под разные группы, под разные интересы. Это действительно очень важно. Нам нужно пропагандировать все лучшее, что у нас есть. И это действительно нуждается в информационной поддержке, что называется, ежедневно, ежесекундно.
Вот. Глобально меня смущает, ну, во-первых, Илья тут начал велосипедистов защищать. Я их просто считаю, что люди, нам не нужны велосипеды, пока бензин и дизельное топливо не будет стоить там атомных денег. Мы все спокойно пересядем сами на велосипеды, и сразу инфраструктура появится, потому что, когда я еду по Петербургу на машинке и вижу, как есть целая выделенная дорожка под велосипедистов, и там никто не едет, и раз в час проезжает какой-то несчастный, значит, человек на велосипеде с этим боксом Яндекс.Еда, я понимаю, что мы не город велосипедов, и станем только в том экономическом новом качестве, если случится такой ужас, что бензин будет стоить дорого. И мы пересядем велосипеды и станем все зожниками и прочее. Вот. Но меня больше всего смущает, конечно, вид нашего города. Там блистательный Петербург ограничивается очень каким-то таким небольшим количеством пространств. А чуть-чуть, когда мы углубляемся, мы все видим наши фасады в зеленых сеточках. То карнизы, то балконы, то еще что-то. И вот это меня очень печалит, потому что мне кажется, что, конечно, город наш не должен так выглядеть. Потому что я фотограф, меня это очень прямо травмирует, мое зрение, мою душу тонкую. И вот вид нашего города такой неухоженный с точки зрения фасадов. Там, я даже сейчас не говорю там про дворы и подъезды. А именно вот эта внешняя сторона, она меня печалит. И, конечно же, удивительным образом мы уже там живем, прожили практически четверть 21 века, и до сих пор у нас не решены вот такая элементарная проблема фасадов с окнами, да, с рамами, когда каждый владелец своей квартиры вставляет эти стеклопакеты своего рисунка, своего цвета, и все дома выглядят как будто после бомбежки или после какого-то действительно страшной войны, все они зияют разными такими, это очень печально просто. Хотя казалось бы, что это может быть отрегулировано городом. Юрий, было же несколько подходов к этому снаряду, скажу вам. Я помню эти кампании, когда собирались регулировать. Ну, это отдельный, с одной стороны, вроде бы сложный вопрос, но уверен, что можно было бы решить. Спасибо. Я сейчас хочу, может быть, тогда Александра Зацепина, чтобы вы продолжили ряд того нового, чего не хватает. С точки зрения строительства, развития. Провела небольшое такое исследование среди своего окружения, задавала этот вопрос. Самый распространенный вариант ответа – не хватает благоустроенных набережных, потому что сейчас они не приспособлены для прогулок. А хочется водой наслаждаться, потому что это... Ну, визитная карточка города, она привлекает и гостей, и местных. Но именно прогуляться вдоль реки или канала довольно сложно. Там негде присесть подчас. Там, ну, нету вот этого комплекта базового места, лавочка, урна. Ну, это звучит очень просто. На самом деле это может быть оформлено как угодно, современно, классно. А может быть, с отсылками к исторической застройке это хорошо. Но вот этого вообще нету. Хотя в некоторых местах место позволяет. То есть набережные имеют достаточную ширину. Где-то в центре это есть, где-то чуть дальше. Вот как раз мне присылали специально картинки. Как раз Малоухтинский проспект, Октябрьская набережная. Там есть пустые уширения, на которых могло бы разместиться благоустройство с чудесным видом. Рядом можно было бы разместить, например, кафе, ресторан и устроить такой пит-стоп. Да. Но вот этого не хватает. Это самое главное, встречается во всех ответах. И земля. В этом смысле то, что упоминали уже сегодня, вот Охтинский мыс и новое общественное пространство, там как раз даст эту возможность. Потому что смысл в том, чтобы рядом с водой... Человек всегда хочет быть рядом с водой. Но вы назвали уже те условия, которые должны появиться. Кстати, что интересно, там появится ведь и история Петербурга до 18 века. Это будет точкой притяжения для допетровского Петербурга, чтобы приехать. Поэтому да. Угу. Спасибо. Спасибо. Знаете что, я сейчас хочу предложить вам любопытные цифры. Мы специально для нашей дискуссии посмотрели, какие запросы, связанные с Петербургом, идут в
Яндексе, и у нас есть 3 слайда буквально. Покажите нам их, пожалуйста. Понятно, на первом месте Петербург, потом идет Санкт-Петербург. И следом посмотрите, что людей интересует. Вот показательно. Значит, абсолютный рекордсмен, конечно, наш город. И, наверное, это правильно, что 27 миллионов ищут Петербург, 5 обращаются более так по-небратски Питер. И вот следующий, дайте нам слайд, здесь очень любопытно. Культурный Петербург. К вопросу о том, как нас видят и что ищут. Современный Петербург. Вот обратите внимание, это принципиально важно. Фактически на втором месте после культурной идет современный. Люди хотят видеть новый город, современный Петербург. Скрывается за этим новая архитектура, новое искусство, новая культура, гастрономическая, любая, всякая. Это важно. Дальше. Необычный Петербург. 12 тысяч недалеко. И еще один слайд у нас есть. Необычные места. Это ко многим из вас, уважаемые сегодняшние спикеры, вы пытаетесь показать необычный Петербург. На это есть запрос. Следом современное искусство, современные музеи, общественные пространства. И удивительно, даже как-то чуть обидно, что архитектурное наследие, может быть, сложная формулировка, но с другой стороны это так и звучит. Всего 90 запросов мы получили, увидели вот с такой, с этими словами. Спасибо. Спасибо, можно вернуть нам исходную нашу формулу общения. Почему так, Дмитрий? Вас попрошу прокомментировать. Ну, может быть, правда, вопрос был задан странно, но необычные места, на мой взгляд, выходят, да, наверное, на первое место. Опять же, в силу того, что многие люди уже не первый раз приезжают в наш город, особенно москвичи, которые здесь бывали по 5-10 раз, 10 раз видели Исааки, 15 раз видели Эрмитаж, 8 раз Петропавловку и так далее. И, конечно, людей тянет на необычные места Петербурга. Но вот тот самый непарадный Петербург, о котором я говорил. Я считаю, что поэтому на первом месте именно этот запрос, разумеется. Ну, да, смотрите, только... первое место культурный Петербург, второе современный, третье необычный. Вот так. Ну, культурный Петербург, он включает в себя все, в принципе. И те же общественные пространства. Угу. И те же... Да и кулинария. Кулинария – это тоже культура. Тоже часть культуры, несомненно. Ну, хорошо. Юрий, как вы посмотрели на такой расклад и что ищут, с вашей точки зрения, люди, когда говорят, гуглят, мы уж используем этот глагол, современный Петербург? Я благодарен, что вы уже назвали те места, которые следует посетить во второй, третий раз, да, и связанные с Бродским, и театры, не первой линейки. Действительно, это все есть. Но это вот любопытно, что, знаете, мы начинаем преодолевать этот некоторый комплекс такого замечательного города, но покрытого пылью в нехорошем контексте исторического. Да? Мы понимаем, что здесь есть и современный город тоже, и это людям интересно. Слушайте, ну вообще мне даже немножко этот опрос, не то что он странный, но... Проблема в том, что, как Дима правильно уже подчеркнул, что культура – это настолько широкое понятие, куда входит огромное количество мельчайших, так сказать, нюансов, из которых состоит наш город. Поэтому я думаю, что я бы, знаете, говорил о том, что человеку, который приезжает в город, то есть у нас все есть, да, у нас реально все есть, и даже больше, чем можно было бы даже себе представить. Потому что вот пока мы разговариваем, я еще вспоминаю, что да, у нас еще есть третье место, да, на... там, Литейный. Да у нас есть всякие прекрасные галереи, типа, например, галерея Борей, которая существует уже там миллион лет, и которая воспитала огромное количество прекрасных петербургских художников, которые там стали звездами и прочее, прочее. У нас есть там улица Рубинштейна, все мы про нее знаем, как бы, но это еще и улица Довлатова, да, и у нас это культивируется. То есть краеведение, которое сейчас переживает там уже просто, не знаю, там целое десятилетие расцвет краеведения в таких подробностях, что можно хоть каждый день ходить, и я вот пользуюсь услугами прекрасных того же Димы Черепанова или там ДК Лурье, я часто хожу с ними, гуляю по городу, то есть это все есть, да.
Не хватает, как мы уже говорили, наверное, все-таки информации, да, и, конечно же, инициативы, вот, инициативных прекрасных людей, которых тоже в городе, наверное, более чем достаточно, чтобы они могли реализовывать это, свои какие-то проекты, которые рождаются, потому что это всегда все лучшее, что здесь происходит, оно рождается благодаря тому, что есть люди, которые, сказать, влюблены в город и хотят что-то сделать, реализовать свои таланты в нашем прекрасном городе. И, естественно, им надо давать эту возможность, давать поддержку любую, включая информационную, и все будет прекрасно. А, как мы уже говорили, проблемы информированности и гостей, которые получают гости, даже вот Александр правильно упоминал, и консьержные службы, конечно же, если будут все включены в этот процесс, конечно же, информация будет доходить, потому что понятно, что никто не будет читать там какие-то глобальные сайты, где бесконечно, но если они правильно устроены, если ты правильно формируешь запрос, то тебе действительно может выйти, выскочить перечень каких-то объектов, которые имеют смысл посетить согласно твоему запросу. И это, конечно, было бы прекрасно. Вот. И, конечно же, формула, что культура плюс место, где можно потом ее пережить, да, сказать, обменяться мнениями, это тоже очень прекрасная формула, потому что мы все, как и всегда, несмотря на наше цифровое, так сказать, настоящее, да, и будущее, мы все нуждаемся в живом общении. И опять же, если пространство предоставляет эту возможность, это всегда прекрасно. Посмотрели выставку, посидели, поговорили, обсудили, потому что мы все живем ради впечатлений и путешествий, и переживания этих впечатлений и путешествий. Поэтому как-то вот так бы я ответил на глобальные вопросы. Спасибо, спасибо. Марина, дополните, чего вам не хватило вот в этих запросах? Я бы хотела сказать, что, на мой взгляд, люди гуглят именно про современный Петербург, там, по-моему, такая формулировка. Да, на втором месте. Дело в том, что все наверняка уже видели Эрмитаж, там, Исааки и Русский музей, что новенького в Петербурге посмотреть туристу, наверное, этим он и интересуется в первую очередь. Mm-hmm. Плюс люди склонны интересоваться чем-то новым. Ну, то есть, опять, мы все уже знают про замечательную архитектуру, про музеи, про театры, но они хотят удивиться, и для этого нужно что-то новое. Поэтому они и гуглят современный Петербург или там необычный Петербург. Слушайте, что удивляет? Вот давайте сейчас накидаем рецепты. Ну, например, Алексей идет путем заброшенных мест. Откровенно, иногда это некоторая романтика забытого, романтика полуразрушенного, как раз непарадного. Да? Дмитрий подхватывает эту тему чуть-чуть в своем ракурсе. Действительно, вот ваш непарадный Петербург – это культура андеграунда, культура подворотен, культура дворов, я не знаю, там рок-клубов и тусовок 70-х. Это тоже, ну, такая история. А что еще здесь может быть? Гастрономическая составляющая, конечно. Люди хотят поесть что-то новое и необычное, то, чего они не ели в своем городе или даже в Москве. И за этим это абсолютно очень частый запрос у туристов. Mm-hmm. Что поесть нового и необычного. Так, Александра, вы часто делаете, вижу, Алексей, сейчас тоже дам слово, просто вы часто водите по каким-то необычным местам с точки зрения архитектуры и истории. А что здесь востребовано? Вы знаете, вот этот запрос «Современная архитектура Петербурга», он, видимо, оказался уникальным. И когда люди его вбивали, искали экскурсию, они фактически находили ту экскурсию, которая есть у нас. Я вот ее разрабатывала. И поэтому она всегда заполняется полностью, то есть все места раскупают, потому что, кажется, нет аналогов. То есть запрос есть, приходят в основном местные, то есть у нас в основном интересующиеся петербуржцы, наша аудитория, но приезжают и москвичи, и люди из других городов на наши программы, а у них такой запрос тоже есть, современная архитектура, они как бы ее ждут,
от Петербурга. А Петербург немножко так в нерешительности думает, могу ли я позволить себе современную архитектуру. И поэтому даже у местных жителей, если спросить, какие современные вы здания знаете в городе, они, ну, так с трудом будут отвечать. Ну, Лахту назовут, конечно же, но у них это вызовет затруднение. То есть есть большой запрос от горожан и гостей, но пока, ну, не сказала бы, чтобы очень много могу показать впечатляющего. Но жду, как бы, я думаю, что появится все больше и больше объектов. Поэтому расширить географию. А все-таки на сегодняшний день какие вещи вы показываете? Ну так перечислите. Вот что из новой архитектуры вы уже туда к предмету гордости относите? Мы начинаем от малых объектов, более закрытых, потому что Петербург – классический город, и интегрировать в него было сложно всем архитекторам. Мы начинаем с квадрокорти, это бизнес-центр на Почтамской улице, зеркальный золотой двор-колодец. Стартуем оттуда. Потом едем в новую сцену Александринского театра, смотрим стеклянный объем, вписанный в городскую застройку. Он такой камерный, небольшой. Так. В стиле хай-тек, выполненный после новой сцены Александринки. Едем смотреть Санкт-Петербург-Плаза. Вот это комплекс стеклянных зданий, башня, банка и два бизнес-центра, которые очень все ждали, когда я училась. Знаменитый утюг. Да, утюг. Там чайник и прочее, да, и унитаз. Вот, я и мои друзья-студенты, мы все очень ждали, когда этот объект будет достроен, введен, потому что он был такой смелый, самый первый. Вот, с одной стороны, нам было непривычно, с другой стороны, мы радовались, что современная архитектура все-таки входит в город. Вот этот объект мы смотрим, и о нем всегда у гостей разные мнения. То есть кому-то он нравится, действительно, и для меня самой это удивительно. Есть люди, которые восхищаются им, есть те, которым он не нравится. Тем не менее, мы его смотрим. Рядом стоящий бизнес-центр 8H, такой кристалл крупный. Едем в Невскую ратушу, говорим о летающей тарелке на крыше стеклянной, о современном ансамбле, как его представляют себе Чобан и Герасимов. И завершаем мы в бизнес парке Полюстрова, в технопарке Полюстрова, смотрим построенные в 10-х годах здания, облицованные полностью стеклом, это бизнес-центр Бенуа, комплекс времена года. Ну и самое главное, что нас там интересует, бизнес-центр Ферум, он такой из стали картен, выполненный, трендовый, два здания, стоящие друг напротив друга, плетеные корзины, но сделанные из металла, ну, покрыты. Да-да-да, понятно, понятно. Слушайте, вот интересно. Вот такой у нас маршрут. Да, но там, кстати, на набережной интересный проект Григорьева, который вошел даже в Белую книгу Петербурга. Это, ну, такая все-таки современная архитектура, но довольно со вкусом сделанная. Коллеги, а кто готов дополнить этот список? Вот что современного через запятую стоило бы увидеть в городе? Здесь интересные были названы адреса. Юрий, что-нибудь добавите? Я хотела сказать, что у нас это, этот список продиктован еще логикой автобусного маршрута. Объектов ну больше. Да. Понятно, понятно. Так, Юрий. Ну, вот Александра назвала адреса. Да, действительно, еще вот в моей памяти, конечно же, производит очень сильное впечатление вот эта территория бизнес-центра Бенуа, там, я уж не знаю, все ли Чобан сделал, не все, но это такой прекрасный архитектор, который действительно уже в наш город внедрился и много что хорошего сделал, включая и, как я понимаю, Невская ратуша тоже там при его содействии. Хотя да, в том так, числе. Да. Да, я толком ее не рассматривал, но вот, и на Каменноостровском проспекте когда-то вот у него начался там внедрение вот этого остекления с принтами, такой хорошая тема и очень хорошо вписалась. Вот. А что такого еще ослепительного было сделано современными архитекторами? Ой, ну, вот, сказать, торговый центр «Штрих-код», когда там построили «Витрувий и сыновья», который производит очень сильное впечатление, потому что совершенно неожиданно вписано в эту такую застройку. Это съезд, это Охта, наверное, да, правильно? Съезд, нет,
Улица Народная, это тоже... Да, улица Народная. Но это классика или советского модернизма, да, открывается, да, да, набережная, Народная улица с Володарского моста. Вот. Вообще строят много, но сейчас что-то я вот так растерялся сказать. Какие, mm-hmm. какие, но вот интересно, я просто соглашусь с вами, так начинаешь задумываться, а где она интересная, яркая архитектура, которую прям хочется показать, этого мало. Единственное, что я только добавлю, что, конечно, да. меня всегда напрягают вот эти какие-то новые решения, когда речь идет про исторический центр. Я бы все-таки предлагал бы современным архитекторам реализовывать свои таланты чуть дальше, да, потому что все-таки мы находимся не в той ситуации, когда у нас как-то выработалось какие-то принципиальные понимания возможности mm-hmm. застройки, потому что, вот, к сожалению, там постсоветский период в историческом центре достаточно много было построено, и это не там нет шедевров, к сожалению. Там есть какие-то ужасные объекты, там, вспоминая там Владимирский проспект с этой ротондой, здание с ротондой. Да, это ужасно. Да, это да, Регенхолл, да, Юшканцев. Таковы печальные объекты. Они как-то, мне кажется, что надо какой-то ввести мораторий на строительство в центре. Да, и, может быть, благодаря даже этому мораторию расселятся эти бесконечные наши коммунальные квартиры, поскольку запрос на жизнь в центре есть, и, соответственно, мы могли бы решить проблему коммунальных квартир, а вот уж себя реализовывать, как прекрасно себя реализовали в Лахта-центре, и там можно еще построить еще десяток небоскребов, и это только улучшит этот вид на это пространство. Но смотрите, вы справедливо здесь снова назвали Лахту, да, которая действительно не появилась в центре, и это, слава богу, и в новом месте она просто стала уже привычным символом города, и все прекрасно. Да. Точно так же, смотрите, мы сегодня называли общественные пространства и новые, там, новые строительства на Васильевском, на намывных территориях, предположим, туда уходят мосты. И Охтинский мыс тоже, там это не будет спорить ни с чем. Вокруг рядовая советская застройка, это наоборот оживитель, это только добавит нам. Ну, можно, извините, что перебиваю, еще дополнение, что, конечно, уже вид на Лахта еще дополняет прекрасно «Зенит-арена», которая тоже вызывала во время строительства кучу каких-то вопросов и негатива, а сейчас это смотрится абсолютно фантастической архитектурой, и главное, что я там побывал пару раз, и я даже и внутри в полном восторге от того, что, как там все устроено. Спасибо. Справедливо, да, это вообще целый ансамбль там получился. Я уж не знаю, насколько это близко. То есть надо смотреть, может быть, Куракава немножко иначе представлял себе. Говорят, что эволюционировал проект, но там смотрится органично. Так, Дмитрий, хотели дополнить, и потом Алексею дам слово, да. Да, не то чтобы дополнить, у меня еще такая есть интересная тема. Помните знаменитую историю с портретом Достоевского, который все время закрашивали? Да. Я понимаю, это вопрос очень сложный, вот этого стрит-арта в центре города. Но я бы, например, для этого нужно регулирование, очень серьезно. Ресурсы и людские, и материальные. Но вот подобные портреты во дворах, не на фасадах зданий, подобные такие вписанные истории, частичка такой, вот, да, на мой взгляд, было бы интересно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Алексей. Ой, да, извиняюсь. Я по поводу стрит-арта полностью согласен. Очень жаль, что его уничтожают. Это вообще какая-то странная история. Надо его регулировать, надо возглавить это, а не уничтожать. Я хочу добавить, что по поводу современных запросов к Петербургу как-то все мы упускаем то самое, что не на есть классическое современное желание природы. Мы на море вообще находимся. Наш город находится на море, и у нас, если посмотреть, небось, скоро МЧС выпустит или Роспотребнадзор список, где можно покупаться, я думаю, что опять он будет размером с 3-4-5 озер, то дай бог. А про Финский залив я вообще молчу. Да, потихонечку начинают как-то обустраивать пляжные зоны, но, будем честны, большая часть пляжей что на юге, что на севере, а Зеленогорск – это все-таки Петербург, представляет из себя, ну, как-то так себе. Хотя, казалось бы, летом для туриста, в принципе, мне кажется, абсолютно было бы нормально и купаться в Финском заливе, да и в целом природа Ленинградской области, а если мы чуть-чуть поднимемся выше, потому что все-таки Карелия, это, ну, на мой взгляд, особенно южная, да, там, при Ладожье, это совсем близко. И до ладожских шхер знаменитых можно доехать, в принципе, часа за два. И вот это направление, на мой взгляд, тоже надо как-то из Петербурга, что ли, продвигать, потому что там доехать до Кузнечного, и открываются уже фантастические норвежские виды.
только они могли называться не норвежскими видами, а карельскими видами, будь на то больше информационного ресурса, что ли, вот, для туристов. Ну, про русский Алла молчу, у нас вообще в целом она ассоциируется только с Карелией. И закончить как раз хотел тем, что по поводу информационной поддержки, что, например, у там, Ростуризма, у комитета туристического нету каких-то вот каналов коммуникации с аудиторией. Окей, можно как-то это же делать вот через всех нас, кто мы здесь собрались. Я думаю, что в целом, я, например, могу за себя договорить, да, я бы с большим удовольствием сотрудничал с нашей администрацией именно с точки зрения туризма, да, потому что, ну, как бы хочется это в массы сеять не только в формате какого-то хобби, да, и, там, но и делать это как-то своей, что ли, профессией и продвигать это в массы. Мне кажется, что это была бы хорошая история и для там, развития туризма в Петербурге, и для администрации, и для инфлюенсеров, блогеров и просто авторов контента. Я надеюсь, что кто-то из них нас слушает и воспользуется вашей готовностью, что на самом деле было бы крайне логично. И я думаю, даже суммарно, если бы мы сегодня взяли аудиторию вашу, уважаемые блогеры и инфлюенсеры, как богат русский язык, то, конечно, здесь мы бы дотянулись до многих. Хорошо. Так, есть еще кто-то, кто хочет дополнить здесь, в этой части? Да, Илья, пожалуйста. Как Юрий правильно сказал, что на самом деле в Петербурге очень много классных людей, которые пытаются продвигать свои проекты. И им очень нужна информационная поддержка даже со стороны там, того же Ростуризма, который бы продвигал и помогал бы развитию туризма. Ну, для примера, я уверен, что Петербург – это кофейная столица, в принципе, в России. И не формата вот этих сетевых кофейн, которые на каждом шагу, а таких индивидуальных проектов, которые находятся там во дворах Петербурга. И это тоже новый Петербург, где он не заброшенный, не благоустроенный, а люди занимаются развитием там тех же самых колодцев, где можно классно прийти, посидеть, выпить кофе, и это тоже культура. Поэтому вот есть такой проект Good Maps Coffee, который рассказывает про лучшие кофейни в Петербурге. И о них мало кто знает. И если бы их продвигали на каком-то более масштабном уровне, то это бы круто работало бы в плане туризма. Спасибо. Я понимаю, что трапезничать нужно исключительно в Петербурге. Как выживает голодающая Москва, не знаю, поскольку мы застолбили все, начиная от закуски и заканчивая кофе. Спасибо вам, Илья. Помогаете городу. Так, время стремительно бежит. Я хочу сейчас попробовать в это непростое время, когда все говорят, горизонт планирования 5 или 10 минут. Вот, говорим, например, Петербург 2040 года. Вот мы считаем, что как-то все будет развиваться хорошо. И вот в этой идеальной картине, знаете, мы часто слышим про какие-то лучшие города мира с точки зрения проектирования, с точки зрения изменений, как живет, не знаю, Сингапур какой-нибудь, который себя придумывал. Вот эти люди всегда пишут стратегии на 20-25 лет вперед. А вот если мы скажем Петербург 2040 года, что это на карте мира и зачем сюда будут приезжать, и что бы нам создать к этому моменту для того, чтобы выиграть эту конкуренцию, уж не знаю у кого. Кто готов сейчас примерить эту шапку футуролога? Александр, давайте Юрий, попробую, начинайте. Попробую давайте. Пофантазировать. Ну, во-первых, конечно же, у Эрмитажа появится еще несколько пространств в городе, потому что у нас, кроме главного комплекса зданий, главного штаба Менщиковского дворца, здание биржи точно будет уже открыто, отреставрировано, и там будут новые экспозиции музея. Вот, конечно же, РХЦ появится, РХЦ, реставрационно-хранительский центр в Старой деревне, появится вторая площадка гарантированно, там будет гигантская библиотека, это все тоже будет работать на Черной речке, поэтому в Старой деревне, поэтому это будет тоже такой центр притяжения. Он и сейчас, на самом деле, центр притяжения, про который, как неудивительно, опять же, никто не знает. Как я уже говорил, на Лавке... Извините, Юрий, я вам скажу, вот именно сейчас, я даже собираюсь туда отправиться, там проходит уникальная выставка костюмов, одежды и всего прочего, там Петра Великого. Да. И если вы хотите, вот прямо лицезреть тот самый камзол, в котором он прошагал пол Европы, которым кутил и проектировал Петербург, вам туда.
Да, гардероб Петра Первого, ошеломительная выставка, ошеломительная экспозиция. И там главное, что вот этот принцип открытого хранения реализован, по крайней мере, может быть, ну, хочется сказать, лучший в мире проект. Знаете, почему? Потому что мы позднее всего включились, вот большие музеи, из всех больших музеев, мы позднее всего включились в этот процесс создания открытых экспозиций. Поэтому учли опыт всех предыдущих, весь опыт, и сделали что-то невероятное, поэтому всех приглашаю туда. Вот. Что касается Лахта-центра, там должно быть много-много небоскребов, да, и вообще вот наши наверное, все наши пригороды уже более чем раскрученные и более чем известные, у них действительно очень хорошая система посещаемости, конечно же, они обрастают и будут обрастать инфраструктурой, которая, опять же, возвращаясь к нашим обедом, завтраком и ужином, которых мы нуждаемся как минимум 3 раза в день. Да? И, конечно же, будут возникать и маленькие какие-то пространства, связанные с современным искусством, потому что искусство никуда не девается. Мы город бесконечного воспроизводства новых поколений художников, они выставляются, вот, например, там, в Царском селе есть прекрасный музей, царскосельская коллекция, который показывает искусство, причем искусство авангарда, андеграундное искусство, неофициальную культуру 20 и, соответственно, 21 века. Кто об этом музее знает? Наверное, никто, да, если, или хотя бы вот из присутствующих, кто там был, если поднимите руку, я бы очень благодарен. Вот. А это музей, который делает по несколько выставок в год, причем выставки все безупречные и прекрасны. Поэтому это все, так сказать, должно нарабатываться, но при этом я всегда считаю, что очень важен вот этот человеческий фактор. Кто это все возглавляет, потому что это должны быть люди абсолютно неформальные, абсолютно любящие города, преданные города, которые хотят здесь жить и хотят здесь и умереть. Спасибо, Юрий, спасибо. Хорошая картина. Ну, я из таких, по крайней мере. Знаете, такой экзистенциальный путь открылся нам. Так, Александр, прошу. Ну, смотрите, мне кажется, что очень сложно делать прогноз на 2040 год, когда нет понимания стратегии развития города. Можно просто взять действительно хорошие примеры. Мы берем Сингапур, который был выстроен там за последние 60 лет, и там была очень отдельная своя концепция. Понятно, что у того же самого Дубая гораздо больше преимуществ с точки зрения проектирования новых районов, потому что пустыня бездонная. Но можно взять за основу какие-то логические вещи, которые должны помочь нам понять, что мы можем получить к 40-му году. Соответственно, чтобы было больше частных галерей, общественных пространств и прочее, у вас должно быть либо очень богатое население, которое это потребляет, либо очень большое количество туристов, которые это все могут заполнить и приносить прибыль. Все равно город, все, что мы сейчас перечисляли, кроме Эрмитажа, Русского музея и прочее, это частная инициатива, и та же самая Новая Голландия, выстроенная на деньги Милхаус под руководством Антона Белова, под его рекомендациями из Московского музея «Гараж». Это частный бизнес. Соответственно, чтобы у нас появлялась красивая архитектура, у нас должны быть компании, которые строят и вкладывают деньги в хороших архитекторов и в хорошие материалы. Конечно, здесь должна быть связка с главным архитектором, который не должен пропускать такие некрасивые дома, которые я видел сейчас из новых на Лиговке и прочее. То есть в Москве прекрасный выпускник или бывший партнер из бюро «Спич», у которого развито чувство прекрасного очень сильно, поэтому мы видим очень много красивых ЖК и комплексов, которые занимают довольно-таки обширную территорию. Соответственно, девелоперы должны понимать, что они вкладывают деньги в дома и в общественное пространство, что у них покупают квартиру жители России, жители Москвы, иностранцы, которым нравится то, как меняется город. Соответственно, и город должен меняться, чтобы там было комфортно находиться, гулять, парковать автомобиль, перемещаться по рекам и каналам, чтобы у тебя была такая летняя резиденция в центре Петербурга. Поэтому мы можем сколь угодно фантазировать, но пока все службы города не соберутся воедино, пока частный бизнес не увидит, что поток туристов растет и туристам нравится, для них много что спроектировано и можно строить более дорогие проекты, закладывая в цену тех же самых квартиры, общественные пространства и прочее, мы можем сколько угодно
фантазировать, но это не произойдет. Поэтому в первую очередь должен быть фундамент в виде того, что мы хотим получить от Белгорода в ближайшие 5 лет, какая-то программа. Тротуары, реставрация, прочее, чтобы он стал привлекательным, чтобы мы не базировались на том, что было сделано с 18-20 веков, а текущее положение замолкает. Спасибо, Александр. Это прекрасно, что у вас есть такое ощущение, что целая готовая программа. Я знаю адрес, куда вас надо отправить поработать в Петербурге. Революция там начиналась. Так, Марина, вам слово, если можно, в минуту где-нибудь. Я очень постараюсь. Хотела дополнить слова Александра как раз про то, что про работу служб и то, что можно сделать уже сейчас, это паркинги, которые, например, в Дубае есть под каждым зданием. Да, в Петербурге это сложнее устроить, но, тем не менее, это бы полностью решило вопрос с парковками в центре. Если бы все парковки, ну или хотя бы их часть, перенесли под здание, и это уборка снега, уборка в целом улиц, потому что, ну, сейчас каждую зиму, когда выпадает снег, это просто тоннами массов о том, какие там горы снега, и о том, что снегоуборочной техники в Петербурге либо нет, либо там, ну, забыли, что зима, и как это работает. Она у нас всегда есть на летних парадах, вы забываете, Марина. Летом, край в сентябре, у нас устраивают парады этой техники, и мы наслаждаемся. Ну, хоть когда-то наслаждаемся ее работой. Но вот хотелось бы, чтобы и зимой тоже, по сути, это не такая сложная задача, ну, как мне кажется, но, возможно, я с обывательской точки зрения смотрю. Это бы значительно улучшило ситуацию в городе. Спасибо. Я с вами согласен. С вами согласен совершенно. Да, хорошо. Коллеги, очень быстро бежит время. Я прошу по 30-40 секунд дополнить. Давайте, Алексей Ершихин. Хочу, чтобы наш город развивался, поменьше, конечно, разваливался, и была более тесная интеграция с природой, потому что ее у нас много, но как-то мы про нее забываем. Наверное, как-то так. Спасибо. Илья? Хочу, чтобы город был инвестиционно привлекательный. Как раз именно вот эта картинка, чистота, обычная чистота города и отреставрированные здания, они бы гораздо больше привлекали и людей, и деньги, и это бы помогало развиваться городу. И я надеюсь, да, что в будущем он будет именно таким. Денег надо Петербургу. Деньги в Петербург. Спасибо. Так, Александра. Хочу, чтобы больше развивались водные пространства, реки, заливы. Выходы к заливу — это первое. Второе, по поводу современной архитектуры, хотелось бы, чтобы масштабные проекты были конкурсными, чтобы была конкуренция и выбирались проекты с качественной архитектурой. Это важно. А второе, реализация проходила бы в качественных материалах и качественным образом, потому что это залог успеха. Качественно, по конкурсу должны строиться эти объекты и без изменений. То есть если авторский коллектив какой-то создал проект, и он так видит, то его перекраивать сильно обычно не стоит. Конкурс гарантирует то, что он удачный, ну, по крайней мере, по мнению архитектурного сообщества. Спасибо. Дмитрий. Да, очень сложно что-то добавить, совсем абсолютно согласен, но я бы добавил такую поддержку маленьких частных инициатив, которые направлены на восстановление города. Есть ребята, не знаю, как называть их название, которые восстанавливают двери, витражи в парадах, да. Задвижки окон. Они работают прямо с домами, с ТСЖ, вот им нужна поддержка регулятора. И таких маленьких инициатив, их очень много. Глобальных их, с ними все более понятно, они на виду. А можно маленьких... вопрос, перебью вас, Дмитрий, прошу прощения, а как найти эти предприятия? Я с удовольствием поддержу их деньгами, потому что я просто поддерживаю такие московские вещи, а про Питер даже не знал, и с удовольствием сделано. Я вам назову название. Поищите в Телеграме, ребята называют «Двери с помоек». Такое смешное название. «Двери с помоек», супер, найду, спасибо. Фонд «Внимание». Вот.
Слушайте, как здорово, какой у нас нетворкинг здесь получился. Это правда полезно, я восхищаюсь такими людьми. Это, знаете, важнейшая часть возвращения такого настоящего Петербурга. Дмитрий, спасибо вам за этот комментарий. Ну, коллеги, я, подводя итоги, во-первых, хочу всех вас поблагодарить за невероятную палитру современного Петербурга, которая прозвучала сегодня в эфире. Важно, что мы все свидетели большого запроса на современный новый Петербург вместе с любимым старым Петербургом. Нам нужны новые адреса, нам нужна новая архитектура не в историческом центре. Есть запрос на это. Есть запрос на качественную архитектуру, на общественные пространства. Мы знаем здесь составляющие успеха. Ждем эти новые пространства в ближайшее время и понимаем, что это будут те самые точки притяжения для гостей и жителей города. Спасибо вам за то, что вы так искренне и неформально занимаетесь городом, продвигаете его в хорошем смысле. И здесь, правда, хочется, чтобы и власти тоже это заметили. Итоги сегодняшнего разговора будут размещены на сайте «Ретрограду нет» и в СМИ. Мы надеемся, что вы тоже проанонсируете их у себя, в ваших ресурсах. Я за сим хочу еще раз поблагодарить вас, сказать, что с нами был сегодня Илья Воскресенский, Алексей Ершитин, Александра Зацепина, Юрий Молотковец, Марина Слаква, Александр Сысоев и Дмитрий Черепанов. Вел дискуссию Роман Герасимов, и до новых встреч в проекте «Ретрограду нет» совместно с РБК «Петербург». Спасибо большое, друзья. Будем наслаждаться городом и делать все, что мы можем для его светлого будущего. Спасибо. 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 Всего доброго.